Fight. Всем привет, друзья! С вами канал The Game is One. Сегодня мы поиграем в Mortal Kombat 11. Сегодня мы с вами будем играть не в башенке времени. Сегодня мы будем получать люлей. Сегодня поиграем в сетевую игру. Никита, привет, привет! Hey, Hotspot, привет! Как настроение, народ? Всех с Новым годом, кстати. Это первый стрим в этом году. Да, спот жестко. Ну, попробуем как-нибудь оправдать. Кирилл, привет, привет. И тебя с Новым годом. Чё, ребятушки, погнали? А ты чё, переименовался? На тебя запомнить. А то был скорб. Да, в онлайне я поиграю Нуб Сайбот. О, против меня Скорб, короче, будет, да? Да, здесь мы не будем так выигрывать, как в Башнях Времени. Но, может быть, еще сегодня покатаем в Башнях Времени, я не знаю. Если найдется время. Раунд 1. Сейчас посмотрим, конец мне или нет. Сейчас надо сначала еще размяться. Разминочка тоже не помешает, фон. Да, Скорб нас вынес. Ну ладно, ничего. Мы ему тоже нормально. Поддали жару. Ух ты, блин. Да, в этот раз мы, походу, вообще в сухую возрём. Но у нас еще есть раунды. Окей. Ща, погоди, погоди, надо размяться. Я же говорю, в онлайне это все не все так просто. Тут еще есть с ним битовки. Тут, по-моему, до трех боев. В этом онлайне до трех боев. Раунд 1. Файт. Сейчас попробуем вытащить. Отличненько. Неплохо, неплохо. Ему ответочку первую дали. Раунд 2. Файт. Ах ты, блин, не успел, не успел я. Ха-ха.
Ну да, он слабовато начал, но... Сейчас, как видишь, неплохо мне выдает. Ну ладно, ничего. У нас еще третий раундик. Final round. Fight. Да, выдает он нормально. Скорпом. Да, он походу бы нас вытащит. Да, он нас вытащил. Чё даже не показал никакую нам. Да, это каточка, первая каточка у нас слита, ребята. Сейчас посмотрим, что нам дальше нам светит. Следующий противник. Ищем следующего противничка. Да я еще как-то после Нового года не размялся. Давненько не играл, Мортик. Сейчас разомнусь. Потом все покатит по наклонной. Я думаю. Начнем бомбить. Что там у них за звуки такие? О! Джейд выбрали. Там ребята веселятся все перед Новым годом. Точнее, после Нового года. Ребята, микрофон выключите. Round one. Fight. Сейчас посмотрим, что это Синдел может. Ой, точнее Джейд. Да, с Джейд попроще будет, чем со Скорпиком, конечно. Причем гораздо проще. Фатал мне сделал, блин. Я, походу, я проиграю этот первый бой. Да, первый бой мы. Скорб, ну не скажи, Джейд тоже хороший персонаж. За него уметь играть хорошо. В принципе, тут за каждого персонажа уметь бы. Ух ты, блин, как мне хорошо вкатали-то. Ха-ха. Никита, привет. Как-то у меня сегодня с онлайном вообще не задается. Никита, тебя тоже с Новым годом. Спасибо. Давайте-ка. Реваншик. Сейчас мне надо два боя как-то. Выкручивать.
Как-то надо выманивать у нее. Ух ты, блин, прилетело. Да, блин. Как-то в прошлом году я получше катал. Ну ладно, сейчас надо, блин, нормально размяться. Ух ты, блин. Да, и фатал мне сделал. Алексей, привет, привет. С Новым годом и тебя. Спасибо. Да, у нас уже второй проигранный бой. Ну давай, фаталити там. А, Мерси. Нам дали шанс. Ребята, нам дали шанс. Покатать еще. Ух ты, блин, как! Так, фатал мы сделали, надо попробовать как-то добить ее. Нет, все равно нас добили. Fatality. I don't understand that. What? It's like a blunt object, but it can penetrate through stuff. It must be very hard. Wait, can you try and lock those green things in? Yeah, I mean. Как-то сегодня у нас не прет. Ну ничего, я думаю, дальше попрет. Должно попереть. Кто у нас следующий будет противничек? Можно потом еще, кстати, за эту, за Синдел попробуем. Да, 3 лимона монет. Да, принимаем всех. Не будем никому отказывать. Хоть у него больше побед. Опять Скорп нам попал. Опять против Скорпионома. Вован, здорово, здорово. Раунд 1. Файт! Но это вроде другой чел. Вот такого я не люблю. Когда пинг скачет. Ребята, если что, это не лаги стрима. Это у него пинг скачет. Вован, да, по онлайну.
Да, и я промахнулся. Да, спингом фигово. Не будем больше брать мы спингованных. Ребят, это не стрим, если что. Лагушечки. Это все у него там. Так, четко. Вообще не понимаю людей, зачем с таким интернетом ходить в онлайн. Скорб у него. У него же там перед каткой показано было несколько палок. У меня все четко с интернетом. Да вот людей я не понимаю, таких, которые приходят в онлайн и вот с таким вот пингом. Да, вот чтобы позалипать. Ух ты, блин, я... Вот я спингом вот так вообще не люблю играть. Но с ним еще придется еще одну катку играть. Да, если я выиграю, то две. Потом еще, кстати, можно Синдел взять, поиграть, попробовать. Может, Синдел прокатит. У меня. Ладно, ребят, надо как-то посерьезнее играть. Да, перкотик, перкотик. Да, первый бой у нас проигран. Надо поднастроиться как-то. Round two, fight. Да чё ты со своей цепью-то? Да, и этот тоже мы проиграли бой. Да, вообще в сухую. Ха-ха. Давай хоть что-нибудь покажи. О, фаталочку нам зарубил. Хоть фаталочку зарубил, и то ладно. Scorpion wins. Flawless victory. Flawless victory. У меня рейтинг повышен. А, это у него рейтинг повышен. В каком смысле рот показывает? Вот, видишь, здесь пинг нормальный. Зеленым горит. С этим будет нормально драться. Потому что у него пинг нормальный. У него не будет лагов. Ну вот такие вот фаталки. Опять скорпы берут. Ну на третий-то раз мы скорпы вынесем или нет?
Fight! Вован, да, будет ведьмачок? Но точно не сегодня и не завтра. Ведьмачок, потому что мы не дошли, поэтому, естественно, он будет. Ведьмачок будем до конца проходить, и, скорее всего, со всеми дополнениями, Вован. Да, это нубский попался какой-то. Давайте ему фаталочку, замочим. Я люблю посерьезней, где можно проиграть, с которым можно потягаться. На самом деле я люблю сильных соперников, с кем можно потягаться, кому можно проиграть. На самом деле хороший тренинг. Но с ним еще надо будет один бой. Признать поражение? Он хочет. Да, он признал нам поражение. Он не захотел с нами второй бой играть. Но нам засчитали два боя. Да, найти в сети противника, конечно же, ребят. Будем дальше. Да, он сдулся как-то быстро. Я так наоборот люблю потягаться. Во! Тут и пинг. У него тут рейтинг хороший. И уровень он постарше меня. Гораздо причем. Сейчас буду летать. Джейд. 5 джейд выбрали. В каком смысле победа одна? Round one. Fight. Да, у него пинг хороший показывал. Почему лаги? Его резко упал пинг, что ли? Потому что у меня показывает интернет все вообще отлично. Но написано тогда, потому что здесь считается за две победы, потому что если он сдается, то засчитывает второе. Round two. Fight. Да, у него, походу, тоже с пингом проблема. Потому что у меня-то с инетом все в порядке. Не очень люблю я так тягаться, когда вот с такими лагами. Это на самом деле бесяще. Поддается нам. Да, еще и фатал нам сделал. Фатал нам сделал. Проткнул нас. Почему лаги-то? У него же показывал нормальный пинг. У меня тоже интернет показывает на все 100. Да, конечно. Реваншик.
Реваншик, реваншик. Вот, видели, ребята? За... У него пинг, что ли, резко упал? Да куда ты размахалась-то? Да так нечестно, лаги, блин. Mortal Kombat вообще не игра для лагов. Я вообще не понимаю, как он играет. Может, он привык с такими лагами играть? Round two. Fight. Вот я делаю комбо, а оно у меня не делается, потому что лаги. Я пока нажимаю, у меня половина кнопок не нажимается. Фатал нам запилили. Фатал, фатал нам сделали. Вот я хочу взлететь, и нифига. Когда вот нужно было, он у меня не взлетал. Нет, с лагами это вообще невозможно играть. Красавчик, красавчик. С лагами. Следующий противник, давай. Кто там нам следующий упадет? Сейчас мы проверим. Потом еще, наверное, пойдем покатаем в башню временем. Попроходим. Здесь позавоевываем. Да, Кирилл, просто как бы, когда делаешь комбо, с лагами оно не получается делать. Я нажимаю кнопки, а он не хочет. Просто не хочет делать. Комбо выполняю. Скорпион. Скорпион. Ну, давай ты уже выбирай, выбирай кого-то там. Все-таки решился на Скорпионе. Все-таки он на Скорпионе решился. Да, походу. Да, это, походу, не шарящий Скорпион. Фатал сразу же мне пилить. Первый бой за нами. Сейчас просто, ребят, добьем рейтинг, короче, и пойдем в ваш тюремник. Просто там уже в рейтинговой битве в этой уже не будет смысла катать.
Она через сколько-то дней там... Давайте ему фаталочку запилим. А уже в башенках времени поиграем уже и за Сидел. Может быть, за ночного волка. Noob Saibot wins. Мне сейчас нельзя бойца выбирать, а ему можно бойца выбрать. Тоже признать поражение? Да, он тоже сдался. Не захотел он с нами дальше сражаться. Не по-человечески поступая. Ну проигрываешь ты и проигрываешь. Ну и что такого? Не всем же выигрывать постоянно. Всегда можно проигрывать. Надо учиться более со сложными игроками играть. Давайте, ребят. Я не знаю. Давайте рискнем. Я все-таки Синдел возьму. Прям в онлайне опробую ее. Барака. Такой первый опыт за Синдел в онлайне. Shaolin Trap Dungeon. Может быть, даже что-то и выгодит. И получится у нас. Но я думаю, в принципе, должно получиться. Почему бы и нет? Воу! Короче, меня только на этих, да, будут сейчас катать. Понятно. Но я добил барачку. Добил его. Да, решил меня на этих покатать. Да, ему бруталити запилили. Отличненько. Синдел wins. Но я надеюсь, этот ты не сбежит от нас. Мы же не нубсай в этом играем. Да, не сбежал. Решил продолжить. Это хорошо. Отличненько. Тоже апперкотик хотел нам сделать. Фатал хотел сделать, но у него не вышло. Я успел его вырубить. Round
Решил меня одним приемом закатать. Ему тогда из угла нельзя вылазить. Потому что он сейчас будет стреляться только. Да, опять ему бруталочку сделали. Синдел wins. Да, за Синдел даже выиграли. Неплохо. Но правда, он еще, по-моему, в этом турнире еще даже ни разу не участвовал. Следующий противник. Сейчас посмотрим по обстоятельствам, может, еще за Синдел поиграем. Посмотрим, что за противник будет. Что нам там по опыту попадется? И кто нам там выпадет в онлайне, ребятушки? Думаю, так просто рискануть. За Синдел попробовать. А там, если проиграем бой, то можно будет... Джаки Брикс. Синдел. Чэнг Сун. Да, если там проиграем, то возьмем Нудхаймана, ребят. Там уже посмотрим. Сейчас нам осталось немного рейтинга добить. Прыжки, прыжки. Да ты что такое попрыгунья-то, бля? На тебе жопой по лицу. Фатал проиграли. Ух ты, еще и вытянули. Отлично, отлично. Еще и за Синдел здесь вытянули. Первую битовку вытянули. Да блин, а! Не взлетай, Синдел! Да, вторая битва на нем. Ну ничего, у нас третья еще есть. Финальный раунд. В уголке, в уголке. Да, нас за Синдел нас вынесет. Но сейчас возьмем мы Нобсайбота тогда. Джаки Брикс Витс. Чё, даже фаталити не сделал? Или не сделал, а кто там играет? Я не знаю. Выбор нового бойца. Синдел это так была.
Потому что я за Синдл играю очень плохо. Noob Saibot. Shirai Ryu. Я надеюсь, что Saibot'ом ты ее вынесем. Хотя не знаю. Но я думаю, должны. Подкатать. Round 1. Fight. Опять что за лаги? Опять пин провалился. Короче, он свалил, потому что у него интернет пропал. У него интернет пропал. А, мы все, по-моему. Да, мы рейтинг набили. Или еще, ребят, поиграем. В онлайник или в башенке времени. Выбираем, народ. Во что будем продолжать? Давайте еще пока каточку, пока вы пишете, я каточку сыграю в онлайне. Осталось до завершения 2 дня, 21 час. Ну давайте, вот я каточку сыграю. Кирилл, ну сегодня стрим по МК, поэтому сегодня только МК будет. Noob Saibot. Ла-ла-ла, привет! Кирилл, ну будут еще стримы, я просто не могу так переключиться, что я в одну игру играю. И переключиться на другую, тем более стрим подписан уже. Поэтому сегодня будет только Мортек. Послезавтра вас ждет сюрприз игра. Пока не скажу, какая. Но алды ее заценят. Алды ее хорошо заценят. Сейчас играем в онлайне последнюю каточку и уходим в башню времени. Точнее, проигрываем каточку. Вован, да, смотрел. Ну, еще, кстати, не полностью смотрел. Крутолку сделал нам. Скорпион Винс. А ты, Вован, смотрел? Ведьмачка-то. Да, не будем.
сдаваться. Подавайте еще разок с ним сыграем. Реванш. Как раз ему второй бойчик. Round one. Fight. Ты полностью смотрел? Весь сезон? Я, видишь, я серии 3 или 4 еще пока времени у меня не было. Я, по-моему, 4 серии только посмотрел. Round 2, fight. Ну потом, ну мне тоже, кстати, понравился. Просто времени никак все не было. И пока что времени нет у меня посмотреть. В углу-то он меня красиво зажал. Все, ребят, пошлите в башенки времени играть. Давай, давай. Бруталку нам сделал. Scorpion wins. Все, пошлите, ребятушки, в башенки времени. Потом еще обязательно в онлайн зайдем. Ну, не сегодня, конечно же. Сейчас посмотрим, что у нас там в башенках времени нам сегодня предлагают. Хорошенького. Что за боссики у нас? На самом деле, если я вот, допустим, вот в онлайне, если играть с одним и тем же чуваком, допустим, он меня будет много раз выносить, я его в любом случае поймаю и как бы смогу его сделать. Так, давайте за Синдел здесь. Дэдпул, привет, привет. И тебя с Новым годом, спасибо. Как делишки? Шалкон! Хорошечно! Вот только сейчас. Ну, как бы, я уже поработал. Но это вот первый стрим в этом году. Решил сегодня стримчик по МК замутить. Так, посиди с вами, поболтай. Дэдпул, там еще есть. Каждый месяц теперь у нас будет выходить во что поиграть. Каждый месяц. Там уже есть на январь игры. У нас на ютубе. Пока что у нас будет без голоса, там просто с описанием. А потом уже будем учить с голосом. Пока нет возможности с голосом. Пока что просто с, там описание игр. Там дата выхода и все такое. Каждый месяц будем выпускать. Теперь игровые новости. Кто там у нас следующий?
Дэдпул в каком смысле какая первая игра? Я имею в виду, какие выйдут в игры в январе, видос там есть. На ютубе. Стрима у нас пока не особо так по расписанию. Очень попробую для вас в этом году трансляцию E3 провести. Если очень будет возможность у меня, то я проведу. Вместе с вами посижу, посмотрю E3 этого года. В прошлом году у меня не было возможности E3 потранслировать. Ну, в принципе, в прошлом году у меня и не было канала YouTube, только... Ну, как бы, когда E3 был, у меня еще не было канала YouTube. У меня была только группа ВКонтакте. Да, очень буду стараться не пропускать мероприятия всякие, игровые. Буду для вас транслировать. Синдел Винс. Кстати, Дэдпул, заходи послезавтра. Будет интересная игрушечка для олдов. Пока не скажу, какая. Но всем должна понравиться. Синдел. Это очень-очень старая игра. Синдел. Фрост. Вот Фрост еще дикая, кстати. Фрост бывает смачный. Отличненько. You cannot satisfy me. Round two, fight. Round two, fight. Да что вы вытворяешь-то? Ух ты, как мне прилетело-то! Вот это чудеса. Разбомбило меня. Да, она меня добьет. Ван-ван у нас с ней. Final round. Fight. А, блин, не вышло. Хотел вот так вот сделать, то что не вышло у нас тогда. Ну как прилетает-то, блин. На тебе с ноги. Давайте фаталку замутим. Fatality.
Fatality. Sindel wins. О, значок нам дали. Отличненько. Неплохо, неплохо. Значок нам тоже нужен. Найтвулф. Ночной волчара. Раунд 1. Файт. Ух ты, как он нас. Хорошо. Присаживай. Ой, рановато крикнул. Да что это за прилет-то такой, блин? Воу! Я думал, все, мы проиграли. А не тут-то было. Раунд 2. Файт! Вот эта взрывашка такая, блин. Походу, она будет на боссе. На боссе-то это будет жестко. С этой взрывашкой. Опа, он нас укатал. Final round. Fight. Финальный раунд. Я ж за пределы экрана улетел. Да как так-то? Да ты чё вытворяешь-то? Так, фатал лучше сделаем. Я надеюсь, мы фаталом добьем. Нет. Бруталити. Бошечку ему оторвали. Синдел wins. Еще значокчик нам дали. Отличненько. Значочки нам пригодятся. Ребята, подписываемся на наш YouTube канал. Вот ссылочка. Round one. Fight. Да что это за взрывашки-то такие? Коллектор. Да ладно, он нас сделает, что ли? Не должен у нас сделать. Раунд 2. Файт. Да как так ты в блоке оказался? О, нам повезло. Пока лежали, там была эта взрывашка.
Вот она, блин. Да, мы походу этот раунд проиграем. Еще как проиграем. Меня не он добил. Так нечестно. В каком смысле Вован эффекта? Ну я надеюсь, эту-то мы должны добить. You must value pain. Ай-яй-яй, еще бы чуть-чуть бы и бурталка была бы. Причем хорошая такая бурталка. Но он поставил блок. Поэтому бурталочка не вышла у нас. Ну, мы сделали ему фаталочку. Синдел Винс. Арсен, привет! Ну да, это всякие разные приколюхи, прикольные, да, эффекты. Но есть, кстати, жесткие. Ты, Вован, был тогда на стриме, когда курицы меня атаковали? По-моему, ты был. Когда я против бараки, и там курица меня. Босс был. Это, конечно, был жестокий и дикий. С которым я сражался часа пол, наверное, с боссом. Вот тот, вот те курицы, вот это жестокие были, на самом деле. Очень жестокие. Раунд 2. Файт. Опа, как я понизу-то был вовремя. А вот теперь я был не вовремя наверху. Прям очень не вовремя. Так, фатал поймали. Но мы, наверное, не добьем. Да, тот Шалкан тоже был жестокий. На ютубе, Вован, посмотри, там есть видос, где я сражаюсь с Шалканом. Там Шалкан, короче, меня выносит просто с удара. Вот там было жестоко, на самом деле. Вот это то, что стальной, это был, на самом деле, не очень такой жесткий, как был тот. Тот просто мне дает чуть-чуть себя побить и просто меня с удара выносил. Так, нам тут насыпали. Ага, тут Саб-Зиро у нас боссик, да? Боссик у нас Саб-Зиро. Давайте также продолжим за Синдел. Думаю, на боссике возьмем Упсайбота. Хотя, в принципе, можно попробовать сначала за Синдел, попробовать всех пройти. Вообще полностью.
Там, если не ошибаюсь, это, по-моему, там есть отдельная у меня папка на Ютубе по Mortal Kombat. Там, по-моему, самый-самый первый стрим по Mortal Kombat. Вот там это жестко было. Если не ошибаюсь, что это был первый. Но вроде первый. Там я на стриме сначала с ним играю. Потом я вышел, с другими там поиграл. Потом все-таки решился на него еще разочек зайти. И там я его уже вынес. Round two. Fight. Ну это, конечно, я тогда вообще психанул. Когда меня с удара выносят. Он просто себя давал чуть-чуть побить, короче, и хлоп меня с удара. Да что ж такое, крик-то не прокатил. Финишей. Фаталочку, фаталочку. Фаталити. Синдел Винс. Синдел Винс. Кто там у нас следующий по списочку будет? Следующий. Конечно, попробую я и с боссом сражаться за Синдал. Но я не обещаю, ребят, что я вынесу. Там, если что, нубика возьмем. Докатаем. Там Саб-Зирку босс. Скорпиончик. Хотел фатал нам сделать. Да, он нас, походу, без фатала. Он нас без фатала замочил. Round two, fight. Походу мы за Синдел даже до босика не дойдем. Хотя очень постараемся за Синдел. Очень постараюсь за Синдел полностью всех пройти. Final round. Fight. Вован, да, с башни выбил. А ты ее еще не видел, да, в этом костюме? Бруталити. Синдел wins. Синдел wins. Надо будет зайти как-то в крипту все, блин. Я все в крипту не могу зайти, не попасть. Я либо с вами сижу и играю, либо времени нету поиграть. А надо будет как-то в крипту. У меня монеток-то уже. Да, чётенький костюм, мне тоже понравился. Да,
меня, кстати, и на ночь пацай выйти, одеть другой костюм. А, ну его там-то не видно было, в онлайне. Точно, я и забыл, что мы в онлайне играли. Сайбота. Фатал мне сделала, добила меня. Добила. Фаталом. Ну ничего, я думаю, на следующей карточке мы должны вынести. Теперь у нее фатала нету. Да как так-то? Почему ты не оглушаешься? Обычно с ног этих оглушают. А она не оглушается. Тоже фатал нет. Да, нам прилетело. Ладно, попробуем еще раз ее за синдал выиграть. Frost Winds. Еще разочек. За синдельчик. Ух ты, блин, перехватила мою комбо. Как так-то? Эти дротики, блин. Миленов, это, по-моему, этой. Миленовские дротики, если не ошибаюсь. Летают в меня. Round two, fight. Пока что первый раунд за нами. Да, Frost, она, кстати, бывает бешеная такая. Все-таки на фатал нас поймала. Хотел ей сделать бруталити перкотом, но в итоге она нас на фатал поймала. Финишим. Давайте ей фаталку сделаем. Frost. Синдел wins. Кто там у нас дальше по списочку будет? О, Терминатор. Терминаторик. Ну что ты нам покажешь, Терминатор? А вот на него действует почему-то ногами оглушалка. А почему-то на Frost не действовала оглушалка ногами вот этого. Да блин, закидали меня. Да, он меня сломал. Еще и фатал мне сделал. Get over here.
Фаталом меня добил. Раунд 2. Файт! Второй раунд ему нельзя отдавать. Да блин! Дротики эти! Я надеюсь, мы ему второй раунд не дадим. Нет, второй раунд мы не отдали. Теперь у нас финалочка с ним. Final round. Fight. Я надеюсь, мы и финалочку ему не отдадим. Чтобы уже приступить к боссу. Ты чё так быстро с оглушалки-то вышел? Да, отлично. Добили. Fatality. Синдел wins. Синдел wins. Пока все отличненько, но там впереди боссик у нас. Вот боссик. С боссиком сейчас придется повозиться. Я думаю, что навозимся мы. Синдел Бруталити. По-моему, он у меня был. Если я не ошибаюсь, то это, по-моему, который Бруталити хвостом. Который я делал. Давайте посмотрим, что с боссиком тут твориться будет. Round one. Fight. С ним нужно один бой сыграть нам. Ух ты, блин, тут всякие фишки у него. А я сначала не обратил внимания. Тут рептилия и ермака. Фатал ему. Я надеюсь... С первого раза босса убьем. Да! Отличненько. Нубский сабзирку попался. Босик. Не очень он так катает. Конечно. Синдел wins. Пошлите в следующую башенку. Сначала посмотрим, что нам тут насыпали. Что нам тут за подарочки. На выдали. Синдел сапоги. Отлично.
О, костюмчик нам дали на Sub-Zero. 62 тысячи монет. Ладно, ребята, пошлите следующую башенку катать. Обновление данных времени. Башен времени. Что там у нас появилось? Босик. Давайте босика. Нубсайбот. Вот, Вован, смотри. Новый костюм на Нубсайбот, который я одел. Если ты Синдел тогда не видел костюма, то... Скорее всего, ты и этот не видел, потому что я вроде на одном стриме его одевал. Железный такой. Да, походу с этим боссиком нам придется повозиться. О! Вот это я вообще не люблю, когда исчезает все. Так, ладно. Походу это мой ненавистный босс, когда все исчезает. Это на самом деле жестоко. Когда вообще в полной темноте. Куда исчезаешь? Тут еще и с фишками, бля. Да, свет выключаю. И вот это, кстати, самое фиговое, вот когда свет включает. Вообще ничего не понятно, с какой стороны кто. Да, он фатал успел сделать нам. Я тоже хотел фатал сделать. Но не вышло. Но я думаю, на третий раз, мы этого боссика должны вынести. Финишей. Че нам даже фаталочку-то никакую не показал? Кун Лао. Эх ты. Раунд 1. Файт. Я надеюсь, на третий-то раз мы не профанимся. Блин, еще связываю. Свет выключает, связываю. Фатал нам сделал. Да, блин, добил нас. Кун Лао Винс. Ну ничего, почти победили его. Я думаю, на этот раз может быть. Вот это, блин, связка, блин. Еще мешает. Еще путает
Когда свет выключаю. Причем очень путает. Да, эта карточка точно проиграна. Хотя все еще может быть, ребята. Мы его поймали. Да, отличненько. Мы его добили. Че, фаталочку ему сделаем. Fatality. Ну, Сайбот, Винс. Отлично, отлично. Осколки нам дали. Там, кстати, за осколки продавался прикольный костюм на Синдел. Но у меня столько осколков не было. У меня на тот момент было то ли 900 осколков, то ли 1000, а он стоил 1500. Ну, псай, вот насмешка. Чё нам еще тут насыпят? Кунла, облик. 93 тысячи монет. Да куда нам столько монет-то уже? Так, вот это, да, у нас еще башня обновилась. Пошлите в нее сходим. Noob Saibot. Noob Saibot. Так как за Синдел уже кружок прошли, башен. Серию башен. Будем за Noob Saibot проходить. Серию башен. Round one, fight! Кейси Кейдж. И Саб-Зиро ей помогает. Значит, тут полностью на всей башне будет Саб-Зиро помогать. Round two, fight! Ух, как он нас топором-то. Обычно у меня на нотсайб это выпадают босики. Жестокие всякие. С которыми я по полчаса вожусь. Фаталочки. Noob Saibot wins. Синдел у нас следующий по списочку. Синдельчик, Синдел. Ой, Синдел. Джейд. Тьфу ты, блин. Сорян, ребята. Это же Джейд. Немножечко... Заморозочка. Ай-яй-яй-яй-яй. Блок успела поставить. Round two, fight. Ух ты, блин. Вылетел-то сразу же как.
Да куда ты вылазишь, бля? На тебе бруталити. Бруталочку. Noob Saibot wins. Noob Saibot wins. Так, у нас следующая башенка. Материалы башни там насыпали нам. Noob Saibot. Он должен быть Винс. Я надеюсь, что он будет везде Винс. Мы не проиграем. Хотя все возможное может быть. Round one. Fight. И сразу же тут же выбегает. Выбежал Сабзирка, блин. Фатал нам сделал. Первый раундик за нами. Джонни Кейдж. Вот на самом деле мне не нравится за него, за Джонника играть. Хотя, кстати, Джонни Кейдж тоже может нормально выносить. Подкат, я тоже умею подкат делать. Блин, бруталочка не получилась. Давайте фаталочку тогда замуж. А стойте, ребят. Да, у меня второй фаталка еще до сих пор заблокирована. Плохо, плохо. Noob Saibot wins. Потом, ребята, как-нибудь я вам все бруталити покажу Noob Saibot. Кризис, здорово, здорово. С Новым годом тебе! Так как еще в этом году не виделись. Это первый стримачок в этом году у нас. Герас. Герас и Саб-Зиро, который выскакивает, бля, неожиданно. Раунд 2. Файт. Как делишки-то? Да что ты вытворяешь-то, блин? Дай подойти-ка. Финишей.
Noob Saibot wins. Так, кто там у нас следующим будет? Барака у нас тут следующий по списочку. Бараченко. Round one. Fight. Да ты-то куда вылазишь, блин? Вылазит в самый неожиданный момент. Ух ты, блин, как оседлал меня. Еще и фатал намутил на меня. А мы тебя под катиком замочим. Раунд 2. Файт. Да как так-то? Отлично, увернулись. От сабзирки увернулись мы. Блин, надо было поближе подойти. Бурталочку замутить. Нуб Сайбот Винс. Так, у нас там, по-моему, следующая башенка, да? Этот у нас был последний в этой башне. Ну, у нас такой вроде есть облик. На Нуб Сайбота. Ага, здесь босс Нуб Сайбот. Значит, что-то должны дать на Нубик. Нуб Сайбот. Здесь басачек жестокий. Нубик, нубик. С ним, я думаю, придется нам повозиться. Хотя всякое бывает, может попадется какой-нибудь босс. Все может быть и так. А, ну у него еще в помощниках будет Садзиру. Сабзирка будет. Раунд 2. Файт. Отличненько. Успели подкатик сделать. Вовремя причем. Да, и он нам подкатик сделал. Сабзирка. Ты чё вытворяешь-то? Рейден. Ох ты, отлично. Как увернулись-то мы. От фатала. От фатала мы хорошо увернулись.
Noob Saibot wins. Завтра тоже, ребята, будем играть в Мортик. Ну, скорее всего, завтра будем чуть-чуть пораньше играть. Мортик. Не так поздно. Если успею, то пораньше будет стрим по Мортику. Завтрачка. Round one. Fight. Скарлет. Да ты чё вытворяешь-то, бля? Чё это тут вылез с топором со своим? Подкатик, да я тоже такой умею. Ну не такой же, а похожий. Отлично. Round two. Fight. Да, надо было первый подкат делать, чтобы повернуться. Скарлетт, она издалека хороша. Бруталити. Noob Saibot wins. Я надеюсь, боссик у нас будет не настолько жесток. И все будет отлично у нас. Не будем с ним долго возиться. Бывает, попадаются, да, такие злостные. Цетрион похожа на Синдел. Очень похожа, кстати. Когда она взлетела, я что-то сначала подумал, что это Синдел. А это Цетрион. Цетрионушка. На тебе перкотиком. Раунд 2. Файт. Отлично, подкатик вовремя был сделан. Все-таки поймал на Саб-Зиро на этой фишке. Опять нас заморозил. Финишей. Фаталити тебе. Fatality. Noob Saibot wins. Noob Saibot wins. Кано. В помощниках у него также Саб-Зиро. Но да, походу везде будет и у босса тоже. Раунд 1. Файт! Поэтому с боссиком будет пожестче. Там Noob Saibot плюс Саб-Зиро. Это на самом деле дикая смесь. Два брата-акробата.
два братишки будут в конце у нас драться. Раунд 2. Файт! Против нас. А мы одних из них. Финишим. Fatality. Ну, Сайбот wins. Сайбот Нуб. Винс. Кейси Кейдж. По-моему, у нас это последняя башня, и там босс. Если я не ошибаюсь. Вроде было так. Раунд 1. Файт. Хотел он нам ноги прострелить, блин. Сабзирка нас заморозить хотел. Этот хотел ноги нам прострелить, блин. Все-таки выстрелила она в нас. И фатал свой профукала. Блин, не получилось. Хотел бруталку сделать. Но не вышло, ребята. Noob Saibot wins. Сейчас вроде у нас боссик, ребята. Боссик, боссик, боссик. Что нам тут? Дали нам что-нибудь интересненького? Материалы башня. Да, у нас боссик. Noob Saibot. Босик, босик, босик. Сейчас посмотрим, насколько он жесток. С ним сражаться надо один раз. Раунд 1. Файт. Да. Здесь так просто не повы... Камбухи не поделаешь. Ух ты, еще что-то вылетает. Еще и фатал, блин. А, он нас забил. Что и такое вылетало, интересно?
Какой-то красный шар снизу. Ну, Псайбот, Винс. Только не наш, но Псайбот, конечно же. Но, в принципе, все возможно его сделать. Бывало, боссики потруднее. Причем гораздо труднее. Round one. Fight! Сейчас все попробуем. Да блин, камушечками меня тоже крошат. Причем хорошо так, вдвойне. Вдвойне меня мочат. Ах ты, блин, рано, рано. Да, меня красный шар добил. Красный шарик меня добил. Так бы, может быть, я его вынес, если бы этот красный шар не вылез. А там красный шарик этот снизу появился. Собака сутулая. Round one. Fight. Ух ты, блин, как. Да, его надо как-то пытаться держать на комбах. Либо с угла ему так не давать выходить. Поймал. Походу сейчас забью. По крайней мере, не должен добить. Хотя... Да. Отлично. Теперь наш Noob Saibot Win. Еще и фаталочку им сделали. Fatality. Noob Saibot Wins. Ну и что нам там надавали за эту башенку? Что-то должны для Noob Saibot нам. Но это... Ну да, скорее всего, потому что босс Noob Saibot. Должны что-то хорошее дать для Noob Saibot. Noob Saibot, насмешка. Сумерки. Но, по-моему, у меня облик есть. Саб-Зиру облик вон еще дали. Саб-Зиру маска не... Боевой топор. Отлично. Ладно, ребята, на этот мы наш стрим закончим. Спасибо, кто был с нами. Подписывайтесь на наш YouTube канал и группу ВКонтакте. Всем спасибо, приятного вечера. Пока-пока. До завтра. Завтра, я думаю, постримим, да, мы Mortal Kombat. Поэтому до завтрачка. Если удастся, то постримим. Пока-пока, ребят. Приятного вечера, кому спокойной ночи.